экран переключали. Вот бензин. Бензин вот на красный. Давай. Это бенз. Вот газ. И вот чтобы компьютер показывал точно вот эти вот расходы, сколько всего идет расход, на сколько. Расход топлива. Соответственно, ставится лампочка. Дерганило. А на сколько? Обычные габариты. Лампочка. Для обмана уровня топлива и бортового компьютера штатного. Если этой лампочки не будет, соответственно, форсунки работать не будут. Штатный контроллер блок ЭБУ считывать информацию, время впрыска неоткуда ему. И он будет показывать расход 99,9, якобы расход высокий у вас. И стрелка топлива будет уровня падать на ноль, хотя в баке есть бензин. Для этого ставится лампочка в разрыв форсунки. Якобы у вас форсунка работает, машина как будто на бензине, а по сути на газу.